Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Кристіна Черновалова. І сьогодні ми говоримо про підготовку до новорічних свят. Сьогодні до нас завітала Ольга Юшковська, доктор медичних наук, лікар вищої категорії та професор. І саме вона нам розкаже про те, як підготуватися до зимового марафону. Вітаю вас! Добрий вечір! Новий рік, Різдво, потім Старий Новий рік. Розкажіть, як одеситам, українцям поводитися в цей період, тому що у нас є така традиція накривати на столи все, а потім обов'язково це потрібно з'їсти. Потім у нас болять шлунки, погане самопочуття. Як і що з цим робити? Хороший вопрос. Ви знаєте, цей вопрос повторяється із года в год, але, в принципі, так же, как и ситуация. Мы ждем праздников, и это замечательно, это здорово, потому что будни, особенно последние годы, приносят нам, скажем так, очень негативные эмоции. Это связано и с экономической обстановкой, это связано и с эпидемиологической обстановкой. И поэтому люди ждут праздника, ждут его как чудо, ждут как избавление, верят в то, что под бой курантов произойдет какая-то удивительная смена событий, и, наконец, все начнется, и все будет иначе. И это прекрасно, так должно быть. Такова традиция. Еще одна традиция, которая с нами многие-многие годы, которая тянется откуда-то из плохо нами вспоминаемого, полного событиями юности наших бабушек и дедушек, о том, что был голод, о том, что праздник нужно встречать хлебосольно, урожаем, то, что нужно всех накормить, и это самое главное, чего мы ждем от праздника. На самом деле, ведь уже давным-давно изменились взгляды и изменилось понимание того, каким должен быть праздник. Праздник – это не только еда, но каждый из вас, зайдя в магазин, в любой магазин, вы увидите длиннющий хвост очереди и людей, которые покупают красную рыбу и красную икру, шампанское и ананасы, хлеб и колбасу, ветчину и сыры. Но самое главное, что покупают все наши соотечественники, которые родом из СССР, или, по крайней мере, воспитанные на традициях нашего такого вот общего исторического прошлого, это они покупают зеленый горошек, майонез, соленые огурчики, докторскую колбасу, ну и что там еще положено в этом замечательном салате с французским названием. К сожалению, традиции сильны. И пусть они будут. И мы сильны традициями. Ведь для нас, для многих из нас, новогодний стол действительно ассоциируется с оливье и селедкой под шубой, мандаринами и елкой. Не нужно забирать у себя это удовольствие. Если так уж хочется, чтобы это было, пусть это будет. Но пусть это будет не единственной составляющей праздника. К сожалению, очень во многих семьях традиции таковы. Уже в 7, 8, 9 вечера люди садятся ужинать, провожать старый год, встречать Новый год. И затем практически до утра происходит смена блюд, смена напитков. И, к сожалению, действительно на утро и болит голова, и плохо себя чувствует желудок. И если нам вдруг придет в голову встать на весы, то я боюсь, что эта цифра на весах нас очень сильно расстроит. Какой выход? Ну, выход там же обычно, где и вход. Не нужно, совершенно не нужно ассоциировать праздник, замечательный праздник, любой из той череды, которая предстоит нам зимой, любой. И Новый год, и Рождество, и Старый Новый год, и Крещение, любой из этих праздников не нужно ассоциировать с едой. Еда – это замечательное удовольствие, прекрасное удовольствие. Оно должно быть в нашей жизни, потому что оно самое физиологическое из всех удовольствий, самое просто воспроизводимое. Оно на кончике языка, и мы очень легко его получаем. Но надо попытаться не строить свою жизнь вокруг новогоднего стола. Вот в этом секрет. А якщо говорити про порції, можливо, їх треба зменшити. Тобто можна спробувати усе, але потрішечки.
Знаете, у всех диетологов всего мира есть один такой кардинальный совет. Когда мы начинаем пробовать усе по трешечке, да, то придется пробовать с самого вечера и до самого утра. Потому что любая уважающая себя хозяйка, во-первых, изначально стол с закусками ломится, затем будет горячее, потом будет и торт, и мороженое, и еще что-то там на сладкое обязательно. Поэтому это плохая идея пробовать в течение ночи, пробовать все по трешечке. Есть такой классный лайфхак. Вы берете тарелку новогоднюю, свою тарелку, пусть она будет большой или маленькой, неважно. Пусть это будет ваша тарелка на целую ночь. И вот в эту тарелку вы уже изначально, как только вы приступили к застолью, вы должны положить в нее самое лучшее, самое вкусное, самое то, что, на ваш взгляд, действительно хочется попробовать. Если это оливье, то пусть это будет немного оливье. Если очень хочется селедки под шубой, то пусть это будет селедка под шубой. Пусть это обязательно будет правильный хороший белок, это может быть красная рыба. Пусть это будут замечательные жиры, пусть это будет красная икра. Все то, чего вам хочется. Сервируйте вашу тарелку таким образом, чтобы на ней оказалось все то, чего бы хотелось отведать в течение новогодней ночи. И вот здесь и начинается самое главное правило. Не докладывайте больше ничего на эту тарелку. Потому что проблема новогодних застолий, рождественских застолий, любых других застолий как раз и заключается в том, что едят люди практически всю ночь по чуть-чуть. И посчитать ни размер порций, ни объем съеденного практически невозможно. Тем более, что люди употребляют алкоголь, и каждый бокал – это небольшой кусочек, это закуска того, в общем-то, что должно быть вместе с этим алкоголем. Поэтому единственный способ каким-то образом контролировать количество съеденного в течение ночи – это тарелка, которая сервируется изначально. У нас у врачей, специализирующихся в области питания, есть правило, правило тарелки. Как это выглядит? Представьте себе, ваша тарелка. Вы делите ее пополам, и ровно половину этой тарелки, пусть это будут салаты, пусть это будут свежие овощи, пусть это будут помидоры и огурцы, пусть это будет зелень, пусть это будут тушеные овощи. Чем больше будет овощей, тем лучше. 1/4 тарелки. Это должен быть полезный белок. Смело кладите себе рыбу, кладите себе курицу. Все то, что является вот той вот важной составляющей, дающей нам насыщение, белковой. И, конечно же, еще 1/4 часть, 25%, это может быть любой гарнир, это могут быть сложные углеводы. Постарайтесь соблюсти это правило тарелки. И, конечно же, большую часть из этой тарелки должны составлять овощи. Они дают насыщение, они богаты клетчаткой, они способствуют работе нашего кишечника. Після новорічного зимового марафону у нас настають розвантажувальні дні. Ну, якщо так можна говорити про них. Починаються всілякі дієти, голодування. Розкажіть про них більш детальніше, як до них потрібно готуватися, як потрібно до них підходити, тому що жінки бувають суворо так сідають на такі дієти, коли бачать плюс-мінус, точніше плюс декілька кілограмів. Ось про це. Ви знаєте, ситуація, вона теж циклічна. Сразу после Нового года обращает на себя внимание всплеск желающих снизить вот массу тела и как-то избавиться от последствий того алкогольно-калорийного приема пищи, который был на празднике. Вообще, конечно, самый простой способ не входить в это крутое пике. Легко сказать. В крутое пике. Но, с другой стороны, вы знаете, если мы будем чередовать свою жизнь в плане вот поел, а затем активно начинает организм испытывать вот такой вот сумасшедший стресс, ну, вообще, на самом деле, такие испытания для тела – это не лучшее как бы лекарство. Но если все-таки хочется сделать разгрузочный день, то, конечно, можно его делать, эти разгрузочные дни. Что это может быть? Да, это может быть день однозначно не голодный. Голодать не нужно. Да, у вас особенно и не получится. После такого большого количества съеденного и выпито голодать не нужно. Больше пить жидкости нужно. Это может быть чистая вода. Прекрасно работает зеленый чай, замечательный антиоксидант. Это
это должны быть разгрузочные дни, направленные на то, чтобы помочь вашей печени, помочь вашему кишечнику, всему вашему организму не просто избавиться от лишних килограммов, а снять вот эту вот нагрузку. Существуют классические разгрузочные дни, например, белковые, это рыба или отварная курица, это гречано-кефирный разгрузочный день. Есть разные варианты, но в любом случае, первым средством от, скажем так, излишне набранных калорий может быть активная физическая активность, это прогулки на свежем воздухе. Вот случилось так, что переели ночью, да? Направляйтесь утром в ближайший парк и постарайтесь ходить как можно больше, активнее двигаться, потому что необходимо достаточно быстро израсходовать все те избыточные запасы гликогена, которые есть в печени, мышцах. И наши мышцы – это наши лучшие союзники. Они нам очень быстро помогут справиться вот с ситуацией, когда калорий в организме больше, чем они могут потратиться. Ось поки ви почали говорити про спорт, у нас у жінок, зокрема у жінок, є ось таке правило, ми схуднуємо до літа і до новорічних свят. І чому займаємося спортом також до літа і до новорічних свят? І ліньки ходити до спортзалу після Нового року, Різдва і усіх святкувань. Тобто ви кажете, що прогулка може систематизувати і врятувати жінку від зайвих кілограмів. Конечно, потому что лучше всего в аспекте жиросжигания работают циклические нагрузки. Циклические нагрузки – это нагрузки, при которых повторяется один и тот же цикл движения. Человек идет, человек бежит, человек плывет, он крутит педали, он гребет, он выполняет все время одно и то же движение достаточно долго и относительно низкоинтенсивно. Не нужно идти очень быстро, нужно идти в таком темпе, чтобы вы, например, смогли произнести фразу из 8 слов. Ну, например, вы можете сказать: «У меня все идет хорошо». Замечательно, спасибо. Но если вы еще можете при этом петь, говорить по телефону, беседовать с подругой, значит, вы идете медленно. Это так называемый разговорный тест. Это простейший индикатор, насколько вашему сердцу и вашим сосудам легко поддерживать нагрузку. Потому что процессы сжигания жиров, они происходят в определенных зонах частоты сердечных сокращений. Воспользуйтесь этим тестом. Если вы можете произнести фразу из 8 слов, вы правильно идете. Если уже несколько слов у вас вызывают желание глотнуть дополнительный воздух, значит, вам тяжело, снизьте темп. А если вы совершенно спокойно можете спеть что-то типа «Пусть бегут неуклюжи пешеходы по лужам», значит, вы идете очень-очень медленно. Однозначно, выходите на улицу, потому что свежий воздух, так называемый тренд вообще во всем мире по эффективности тренировок, это аутдор-тренировки, тренировки на свежем воздухе. Улучшается оксигенация, улучшается максимальное потребление крови, кислорода. И мы чувствуем себя лучше, потому что на самом деле гораздо приятнее смотреть на наше море или на снежные сугробы, чем на стенку тренажерного зала. Ну и солнце, я надеюсь, нас будет радовать. А как еще до тренирований вдома? Ну, если нет другого выхода, можно тренироваться вдома. Значит, какие здесь существуют варианты? Во-первых, это тренировки с отягощением собственным телом. Наша пресловутая планка. Только без фанатизма. Я уже неоднократно говорила о том, что планка – это когда человек находится в упоре на кисть, на колени и на стопы и занимает горизонтальное положение параллельно полу. Это тренировка с отягощением собственным телом. То есть ваше тело – лучший тренажер, который всегда с вами. Моете пол, потом незаметно раз – встали в планочку, постояли 45 секунд – уже потренировались. Но не стойте в этой планке 2, 3, 5, 7 минут, как существуют такие экстра-челленджи по всему миру. Если вам уже больше, чем 16, у вас болит спина, вы немножко хуже стали видеть, у вас есть варикозное расширение вен, не так хорошо работает сердце, не рискуйте. До 1 минуты 2-3 раза в день – это лучший такой вот мой совет, который я могу дать в плане тренировок дома.
Помимо этого, у меня, например, под кроватью есть степ-платформа. Обычная ступенька, такая, как в тренажерных залах. Вы достаете эту степ-платформу, ставите напротив телевизора, смотрите «Иронию судьбы» или «С легким паром», или что вы там смотрите, и пока вы досмотрели до момента, когда Ипполиту дали тепленькую в ванной, вы уже намотали несколько тысяч шагов, шагая на степ-платформу. Да? То есть, в принципе, выполнять упражнения можно дома. И для этого сейчас фитнес-коучи со всего мира записывают огромное количество всяких обучающих программ. Но обычная планка или шаги на степ-платформу отлично справятся с ситуацией, если вы просто похотите помочь своему телу и немножко активнее подвигаться. Ваші топ-5 порад, як провести зимові святкування. Так, давайте я подумаю. Первое, самый важный совет. Зимние праздники нужно провести с удовольствием. На то они и праздники. Почему? Потому что, правда, вы знаете, на Рождество и зимние праздники, как было выяснено не так давно, приходится достаточно большое количество случаев самоубийств и обострений депрессии у одиноких людей. Потому что именно в праздники люди острее всего ощущают свое одиночество. Поэтому в любом случае праздники нужно провести с удовольствием. И поэтому не нужно ждать от них чего-то сверхординарного. Да? Это очень важно. Второе замечательное, я думаю, такое будет пожелание всем нашим телезрителям действительно сделать так, чтобы новогодний стол был прекрасен, чтобы в нем было обилие и разнообразие, но не так, чтобы новогодний стол был единственным развлечением, когда люди садятся за него вечером и встают только утром, переходя на кровать. Да, еда – это не самое главное удовольствие в жизни, хотя очень важное. Далее, насчет алкоголя. К сожалению, все медики всего мира давно уже пришли к неутешительному выводу для тех, кто любит алкоголь. Безопасной дозы алкоголя не существует. Истории про то, что красное вино замечательно полезно, и, в общем-то, его можно пить, и бокал коньяка – только как хорошо действует на сосуды. Если вы абсолютно здоровый человек, возможно, да. Возможно, и не будет особенного вреда. Но постарайтесь минимализировать количество алкоголя, потому что любой алкоголь – это не просто высокие калории, это не просто этиловый спирт. Любой алкоголь, он растормаживает центры голода и насыщения. И закусывая еще один бокал шампанского тортиком, кусочком колбасы или пресловутым оливье, вы быстрее потеряете счет съеденному. Поэтому с алкоголем нужно быть особенно осторожными. У меня еще осталось 2. Окей. Вы знаете, еще о чем хотелось бы сказать, что действительно вот эти вот все праздники – это ночные, скажем, такие вот мероприятия. И, конечно, у человека очень сильно сбивается его ритм. Подумайте о том, когда у вас будет возможность поспать накануне и восстановиться после. К сожалению, да, вот когда наслаивается все вместе. Во-первых, ночная еда, ночью наши гормональные системы, системы переваривания, они не готовы принимать пищу. Более того, ночь – это царство гормонов восстановления, гормонов, которые связаны с подавлением всех наших функций. И у нашего организма случается вот такой вот диссонанс в восприятии. Поэтому, конечно же, здесь надо помнить о том, что сон все-таки это очень-очень важно. Когда череда праздников, помимо череды застолий и алкоголя, превращается еще, ну, такие, знаете, во всеночные бдения, это еще дополнительный вред организму, он тоже возникает. Ну и помните о том, что все то, что находится в вашей тарелке, все то, что вы отправляете в рот, оно станет вами. И если это не очень качественная еда, если это не очень качественный алкоголь в больших количествах, с неправильным сочетанием, безусловно, оно принесет не только желаемую пользу, но может и принести вред. Но мне бы не хотелось заканчивать свой 5-й совет вот таким вот, знаете, несколько негативным. Может, это... привитание будет?
Буде, а як же буде? Конечно, все мы... Это, знаете, сегодня, когда ехала на телестудию, слушала по радио, знаете, такую шутку. Что такое настоящее счастье? Это, говорит, когда по телевидению поздравление президента с Новым годом, а ты его не слушаешь, а произносишь. Так вот, это не будет сейчас поздравление президента, но, тем не менее, это будет поздравление человека, который тоже искренне и по-детски верит в новогоднее чудо. Я желаю вам сохранить в своей душе вот это удивительное ощущение того, что под Новый год чудеса обязательно случаются. И тут еще, знаете, такая есть прекрасная взаимосвязь. Можно поучаствовать в качестве Деда Мороза и для кого-то сотворить это замечательное чудо. Ну, я думаю, и найдется тот Дед Мороз, который сотворит это удивительное чудо и для вас. Пусть ваши праздники будут безопасными, пусть ваши праздники будут счастливыми. И хорошего Нового года, счастливого Рождества и, самое главное, здоровья. Дякую вам велике і за розмову, і за привітання. Я нагадаю, сьогодні з нами була Ольга Юшковська, доктор медичних наук, лікар вищої категорії та професор. Сьогодні говорили про підготовку та як правильно проводити зимові, новорічні та різдвяні свята. З вами була Кристина Черневалова. До нових ефірів.